Всем привет! Вы смотрите канал Видеохолка, и в сегодняшнем видеоуроке я покажу, как открыть мой компьютер, если он не открывается. Данная проблема может появляться в том случае, если вы установили систему поверх старой или у вас на компьютере находятся вирусы. Так что если у вас именно такая проблема, делайте следующее. Нажимаете «Пуск», в окне поиска пишите «Regedit», заходите в редактор реестра и идете по следующему пути. Машины, софтвары, Microsoft, Windows NT, Current и нажимаете WinLogin. В правом окошечке находите шнель, щелкаете два раза левой кнопкой мыши. И здесь в окне значения у вас должно стоять Explorer. Если у вас что-то другое, то переписывайте на explorer.exe. Нажимаете ОК, закрываете и перезагружаете компьютер. После этого мой компьютер будет открываться. А сейчас мы снова разыграем флешку, которую получит счастливчик из группы. Смотрим, сколько у нас участников в группе. 1181. Нажимаем «Сгенерировать». 349. Переходим в нашу табличку. Смотрим номер. Копируем этот ID. И вставляем в контакт. Женя Гордеев, поздравляем тебя. Свяжись со мной ВКонтакте и получишь флешку. Давайте для уверенности посмотрим, состоит ли он в группе. Да, состоит. Поздравляю тебя, Евгений. А вы не расстраивайтесь, вступайте в группу ВКонтакте и следите за новыми розыгрышами. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк и поделитесь с друзьями. Всем пока!